Братья и сестры, этот воскресный день именуется неделей о мытаре и фарисее. Неделя в переводе на русский язык со славянского – это и есть воскресение. И этот период является подготовительным периодом к Великому посту. И вот нам Церковь представляет притчу о мытаре и фарисее. Два человека зашли помолиться в храм. Ведь хорошее дело, люди заходят в храм. Хорошее дело, они молятся, но результат совершенно другой. Один вышел из храма оправданным, то есть получившим божественную благодать, а другой, наоборот, вышел еще в худшем состоянии, чем он вошел. В чем разница молитв одного и другого? Один сознавал свою греховность пред Богом и просил прощения. А другой человек надмевался своими поступками благочестивыми. И вот один гордился, а другой смирялся. И этот праздник нам говорит, что не количество согрешений является препятствием для получения благодати, для получения милости Господней, а наоборот, вот надменность, вот это высокомерие и еще осуждение, осуждение людей, что и сделал фарисей. Он осудил вот этого человека, который был действительно грешник. Но не нам Бог дал власть выносить судебные решения. И вот это время постное заставляет нас заглянуть в свою душу. Нам Бог дал одно право – осуждать самого себя и растождествлять личность от поступков. Мы обязаны давать нравственную оценку, поступку, но не соединять это с личностью человеческой, не осуждать его и не надмиваться над ним. Я желаю каждому из нас вот этой правильной, покаянной, смиренной молитвы пред Богом, и тогда Господь даст нам свою милость, свою благодать, свою радость и свое тепло.